Вице-премьер Юрий Трутнев допускает создание в России офшорной зоны, сообщает Интерфакс. Практика офшорных территорий существует во всем мире. Если другие государства считают возможным перетягивать налоговый потенциал путем предоставления налоговых преференций, то, в общем-то, тем же самым можно заниматься и у нас, в Российской Федерации, сказал он. Ранее идею создания в России офшорной зоны озвучил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Добавлю, согласно данным исследования бывшего экономиста одной из консалтинговых компаний Джеймса Генри, из России к концу 2014 года в офшоры было выведено более 1 триллиона долларов. Для России, по большому счету, это ничего не даст, потому что это из программы попытки, чтобы появились здесь деньги, инвестиции и так далее, но этого не будет. Единственное, с чем придут в Россию в офшоры, это с тем, чтобы уйти от налога и не более того. Наши же жулики не придут, они знают. Знают порядки, знают, что здесь все по-другому. Здесь не по закону, а по понятиям. И другая беда, если даже Кипр в свое время обчистил российских олигархов, когда у них был кризис, да, страна вроде цивилизованная, то уж российские правители обдерут как липко, тем более своих, да еще и посадят. Вот. Поэтому перспектив не вижу.